Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим систему контроля давления в шинах TPMS от компании Xiaomi, модель Mi Drive T01. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Здесь у нас находится монитор, довольно-таки информативный, небольшой, компактный. Имеет солнечную батарею, также разъем для питания имеется микро-USB. Крепится на липком коврике, то есть очень хорошо фиксируется на торпеде. В комплекте также имеется кабель для подключения питания и 4 датчика. Датчики внутренние. Также имеется инструкция, довольно-таки информативная. Датчики внутренние, то есть устанавливать их надо, полностью разбортировав колесо, установив и вывести на место ниппеля. Вот так вот это все выглядит. Датчики со встроенными батарейками. Батарейки живут, как заявляет производитель, до 5 лет. Датчики все подписаны, где какой. То есть устанавливается все очень просто. И в реальном времени вы контролируете всю информацию по давлению. То есть даже если пробили колесо, сразу моментально будет уведомление приходить на дисплей данной системы, что очень удобно. При покупке на данную систему обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.